такие манежи для сидения, музыкальные. И много для развития малыша игрушек. Для его моторики, где он складывает, нужно сложить все попаску летом сюда. И это сиденье вращается, и малыш общается со всеми игрушками. Очень классные игрушки. Стоит это всего, манеж, 130 долларов. Это малыш на холодной улице. И вот еще один момент. Вот это также мы смотрим лудинг 110 долларов. Это люльки. Вот еще одна. Это такая. 85 долларов. Вот это простейшая. 75. Вот это с пультом. То есть она по-разному вращается. И вот их очень-очень большой выбор. Цена небольшая. Ах, и что? О, вот так это очень оригинально, но не совсем. А, джаппер. Пылесос. Детский пылесос. А теперь ваш малыш уже сидит. И 50 долларов. И? Окей. Вот можно подобрать удобный столик для занятий с малышом, когда он у вас сидит. Стоит это все 130 долларов. Здесь сидушки меняются. Это стоит 190 долларов, потому что здесь изменяется конструкция. И смотрим мебель. Дальше проходим по отделу. Я в восторге, мне это очень нравится. Допустим, большие коляски, где можно менять. Здесь отдел у нас манежек. Мне нравится этот магазин. Здесь у нас отдел колясок. Коляски для двойняшек, для близнецов. Вот еще коляски. Тут 25% скидка. Очень большой, огромный выбор. Все это недорого, и 50 долларов, и есть скидки, вот, пожалуйста, 70 долларов, 25% скидка. Различные чеки, что-нибудь покупаешь сейчас и на следующий раз у тебя уже на следующий товар будет скидка. Посудка детская. В принципе, недорого. Уход за малышом. Детская вода. Для малышей очень настолько все продумано. Вот сиденье для автомобилей. Вы не имеете права садиться с малышом в машину, если у вас нет такого сиденья. Очень много на разный возраст. Еще один момент интересный.
Вот это как носить малыша, мамочки. Вот эти различные рюкзачки на любой возраст. Даже для самых маленьких. Есть такая одежда специально с такими поясами, где вы можете носить малыша. Это переднички. И остатки вещи. Это оригинальная посуда для малышей. Очень большой выбор. $8, $10, $6 посуда. Наборы. Различные сумки для того, чтобы гулять с малышами. И там очень-очень много отделов. А вот это термосы. То есть, чтобы пища не охлаждалась. Можете наливать в теплом виде, какая-то температура. И потом ребенок будет кушать теплую пищу. Это посудка для малышей. А вот это мне нравится. Это мы сюда ложим бананы, закрываем. Убираем пакетик в холодильник, если ваш ребенок это не скушает. Что это такое интересное? А, прикольная штучка. $4. А там две маленькие ложечки. Боже, сколько всего. А это оригинальные пустышки. Это целый комплект пустышек. Можно выбрать то, что вам больше нравится. Ну и вот опять отдел посуд. Дальше это бутылочки, соски. Причем от первого дня жизни. И буквально пока ребенок не начинает кушать ложечкой, различные бутылочки, чтобы было удобнее держать. И соски разных размеров идут для разного возраста детей. Это мыть посудку, щеточки. Все это недорого. Даже есть скидка, вот, пожалуйста, $6, 50% скидка. Вот посудки на бутылочке. В наборе, пожалуйста, $17. Но эти бутылки очень ценные. Они вот с таким наклоном. И это можно долго употреблять. В каком возрасте бы ваш ребенок не был. Вот это было $17 и 50% скидка. Скидка. Это очень удобно для родителей. Особенно многодетные семьи. Ну что, когда придешь по такому магазину, есть желание иметь детей. Но это факт. Это сумки для мам и для детей. Дорогие друзья, заходите на мой канал youtube.com/MilaGurzhova.